пшеницы, а зимой высевают на подготовленные почвы в начале сентября, чтобы у растений успели сформироваться больше 3 листочков. Если урожай должен использоваться в качестве пастбища, посев следует осуществить до середины августа. Растение отличается устойчивостью к болезням и вредителям, морозы и засухостойкостью. Образовывает прямостоящие кустики высотой 86-90 см насыщенного изумрудно-зеленого цвета. Используют семена пшеницы озимой для получения зерна, которое собирают в августе, выращивание в качестве сидерата или кормовой культуры. Смесь сидератов пшеницы озимой это. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.